предпочтение относят к ярким, красочным картинам. Они находятся в постоянном внутреннем поиске и борьбе. Общение для них – это движение и поиск своей сущности. Работа у них часто стоит на первом месте в жизни. Они постоянно стремятся к совершенству. Они грамотно используют любую информацию. Эти люди болезненно воспринимают критику в свой адрес. Стараются соблазнить всех вокруг. Добродушная личность. Они много работают и упорны в своих начинаниях. Свободолюбивые, мечтательные и загадочные личности. Они покоряют сердца своей простотой и честностью. Они проявляют заботу и внимание к любимому человеку. Они вникают вглубь каждой детали, каждого слова и мысли. Верят в свою победу и не поддаются на внешние провокации. Они наделены природной способностью чувствовать эмоции. Они умеют говорить правду, не задевая чувств других людей. Их деловая интуиция позволяет стать хорошими консультантами. Благодаря творческим способностям формируют новые идеи. Эти люди любят новшество и минимализм, обожают комфорт. Такие люди гордятся историей своего рода. Не любят подчиняться, стараются поставить всех на место. Их таинственная натура завораживает окружающих людей. Они стараются подчинить свой быт определенному плану. В любовных отношениях эти люди очень отзывчивы. Эти люди добиваются поставленных целей любым способом. Они не видят свою жизнь без любимого дела. Они предпочитают постоянно развиваться и познавать новое. Отношения с ними полны ярких эмоций и впечатлений. Они любят путешествовать и активно отдыхать. Они умеют быть честными сами перед собой. Эти люди любят действовать в команде, покоряют своими непревзойденными манерами. Утонченные психологи могут выявить действительные факты, чувствуют мотивы и действия других людей. Эти люди не зацикливаются на своих проблемах, неравнодушны к роскоши, комфорту и богатству, стремятся к финансовому благополучию и стабильности. Эти люди безобидны и взаимны. Это умные, веселые, привлекательные личности, наделены крепким физическим здоровьем. Дорогой друг, поставь лайк под видео и подпишись на канал. Мы зависим от твоей помощи.